В Египте огласили приговор по делу экс-президента страны. Пришедшее к власти военное руководство обвиняло Хосни Мубарака в том, что он приказал подавить революционное настроение в рамках так называемой «арабской весны» в минувшем году. Суд приговорил экс-лидера страны к пожизненному заключению. Такой же срок получил и бывший министр внутренних дел Египта. После оглашения приговора в зале суда и на улице начались потасовки. Сторонники Мубарака, недовольные нынешними властями, требуют признать приговор недействительным и призывают к чисткам в рядах судей. Эксперты опасаются, что к вечеру обстановка в стране усложнится.